Да, это специальное предложение дня. Супер цепь во всех абсолютно смыслах. Цепь двойной ромб по цене, которая действует только сегодня. 4999 рублей. И я не буду затягивать этот момент. Хочу сразу же показать вам подтверждение моих слов в виде паспорта. Цепь золотая. Золото традиционно любимое в России, 585 пробы, длина 45 сантиметров, 3,5 это диаметр, то есть это ширина звена, и вес от 1,7 грамма, потому что, конечно же, в зависимости от длины вес цепи меняется. Почему именно цепочку двойной ромб мы выбрали в качестве спецпредложения? Ну, во-первых, потому что мы для вас подготовили именно золотую цепь, в золотом ее представление. Золотая модель всегда в моде и, конечно же, всегда в цене. Не будет в цене только дорожать, то есть это ваша инвестиция. Ну и кроме того, плетение ромба абсолютно универсальное. Это плетение и для взрослых, и для детей, и для подростков, под любой образ. Под деловой костюм, под повседневный образ и под вечернее платье в том числе. Ну а если вы меня спросите, для мужчины или для женщины это украшение, я отвечу: это украшение для представителей обоих полов, потому что плетение ромба – это плетение унисекс. В свою очередь, мы, милые дамы, постарались его сделать плетением унисекс, потому что изначально плетение ромбы было придумано для мужчин. Но, как мы в какой-то момент решили забрать из мужского гардероба брюки, так мы и полюбили плетение ромба и, соответственно, также его позаимствовали в свою шкатулочку. Так что сегодня такое плетение с одинаковой, скажем, с одинаковым комфортом и с одинаковым успехом носят и мужчины, и женщины. Сделайте подарки не только для себя, но и для своих родных и близких, ведь золотое украшение всегда в цене, всегда в моде, всегда актуально. Тем более, что мы предлагаем вам на выбор длины от 40 до 65 сантиметров. Как же подобрать свою длину? Все внимание на экран. У нас есть редкая длина 40 сантиметров, которая подходит детям идеально, под нательный крестик, допустим. Длина 45 универсальна, на любой случай жизни и для каждого и каждой. 50 и 55 сантиметров – это та цепь, которая подойдет любительницам открытых декольте, ну а если вы любите тяжелые крупные кулоны, выберите длину 60-65 сантиметров. Ну и, конечно же, такую длину я рекомендую мужчинам. Вообще стоит отметить, что есть те заводы ювелирные, которые в принципе не выпускают цепи длиной от 60 сантиметров. Это цепочка, представлена в нашем эфире по такой длине, под заказ для вас. Давайте сейчас поговорим о вопросе надежности, ведь это важно, важно, когда вы выбираете украшение, не простое, а золотое. Во-первых, мы предлагаем вашему вниманию именно двойное плетение, оно более надежное и оно более нарядное. Ну и кроме того, это потрясающее плетение блестит и переливается благодаря тому, что на цепи, на звеньях, грани обработаны алмазом. Техническим алмазом. То есть это алмазная гранка, которая позволяет цепи блестеть так, как будто бы она усыпана бриллиантами. Вы видите, даже у нас в студии, где нет солнышка, где нет естественного освещения, цепь буквально горит. Я рекомендую вам несколько цепочек в ваш один образ, чтобы выглядеть очень богато и благородно. Это украшение, которое в виде каскада смотрится прекрасно. Ну вот, пожалуйста, на Тане эта цепь представлена как самостоятельное украшение. То есть на ней две цепочки без подвесок. Вы видите, как хорошо выглядят. Одна цепь длиной 40 сантиметров, другая длиной 50 сантиметров. Вы можете еще между ними еще одну повесить 45-сантиметровую и получится у вас настоящий ювелирный водопад. Цена только сегодня 4999 рублей за самую короткую версию. Скидка 3400, это цепь ваша, золотая находка. Она хороша и как самостоятельное украшение, и в сочетании с подвеской с камнем. Это прекрасная подвеска с натуральным топазом. Она хороша как украшение под нательный крестик, например. Еще раз вернемся к вопросу надежности и безопасности. Цепь имеет шпрингельную застежку. Ширина звена здесь 3,5 миллиметра, и для такой цепочки шпрингельный замочек идеальный вариант. Я хочу обратить ваше внимание на то, что современные технологии позволяют такие цепи плетения двойного ромба создавать на специальных станках. Это цепевязальные машины, они работают отлаженно, конечно же, человек контролирует производство, но благодаря тому, что цепи плетутся
машинами. Очень быстро происходит этот процесс, это во-первых. А во-вторых, очень-очень надежные получаются цепочки. Так что будьте уверены, эта золотая цепь прослужит не только вам не один десяток лет, но и вашим родным и близким. Ведь именно золотые украшения принято передавать по наследству и дарить. Ну вот вспомните, какие украшения вам достались от ваших бабушек, прабабушек и прапрабабушек. Наверняка это ювелирные изделия из золота. Золото 585-й пробы – это вечная ценность. До сих пор находят археологи на раскопках украшения золотые, которым по 2000 лет, и ничего, они стали только дороже, они только ценнее. Ну вот, например, с начала этого года грамм золота подорожал на 35%, так что это ваша инвестиция. Тем более, учитывая сегодняшнюю цену, цепь двойной ромб из золота обойдется всего лишь 4999 рублей за длину 40 сантиметров. Если вы упустили этот момент, отвлеклись или только что к нам присоединились и не видели, обратите внимание на паспорт, цепочка из золота, золото любимое, традиционно любимое в России 585 пробы, и вы видите и массу, и длину, и диаметр, то есть ширину звена, все прописано в паспорте, и этот документ приедет вместе с вашей цепочкой к вам. Каждое украшение, которое представлено в нашем эфире, имеет свой личный документ, потому что это ювелирные изделия, это не бижутерия, это украшение из драгоценных металлов. В этой цепи, вот что важно отметить, золото, золото и только золото, причем это цепь цельная, то есть если мы сейчас с вами представим, что визуально эту цепочку мы разрезаем, мы внутри увидим не пустоту, мы увидим, что звенья цельные, это полновесная золотая цепь, что, безусловно, делает еще более ценной. Это украшение элитное, благородное, в полном смысле этого слова, ведь благородное украшение, дорогое украшение, это не обязательно крупные массивные ювелирные изделия, это украшение ценное, это украшение вечное. Вот эта цепочка, это действительно вечная ценность. Вложение, инвестиции в драгоценный металл, в золото 585 пробы. Это ваша золотая находка, ваша ювелирная находка, которая представлена у нас в эфире по очень доступной цене. И эта цена... Эта цена только у нас и только сегодня такая притягательная. Еще раз хочу показать вам эффект от прекрасных алмазных граней. Посмотрите, что с цепью происходит. Посмотрите, как она блестит. Посмотрите, как она переливается. Все это именно благодаря алмазным граням. Цепь двойной ромб. Успейте ее оформить.